Всем доброе утро. Сегодня едем бурить с новым побором. Зовут Олег. Сейчас должен подъехать. Собираемся уже. Мой бурмобиль готов. Сейчас он подъедет. И пойдем работать. Все, ожидаем. Так, всем еще раз доброе утро. Мы приехали на объект. Сегодня работаем в СНТ. Вот, тут у них домик, участок здесь. Заказчик определил здесь место, будем работать здесь. Там стоит старый туалет соседский. И цветочки. И вон там, с белой бочкой тоже туалет. Так что определили вот здесь, сам такой. И они будут заводить в дом. Воду будем брать на промывку. Отсюда. Здесь будет у нас рабочая вода. Колодец, сказали, глубиной 5 метров. Но здесь чуть больше метра статика. Да. Это мой напарник сегодня, Олег. Всех привет, да? Здесь такой СНТ. Заказчица сказала, что бурили. Вот крыша накрытая. Там 8,5 метров. И вот у того домика там чуть побольше, там около 9 метров. Розетку нам определили, вот определили. Наверное, будем с приямками сегодня. Ну все, возвращаемся. Так, у нас почти все готово сейчас. Разводим бетонит, потому что здесь один песок. Как выяснилось, и там скважину бурили 8 метров, вообще один чистый песок, и там чистый песок. Поэтому у меня пломбур разводит бетонит, и будем начинать. Приямок мы уже выкопали. У нас все готово. Водичку попробовали залить. Да, хватит. Ну пускай постоит, да, маленько. И сейчас будем начинать. Все, пробуем, начинаем. Алло, говорит он.
прошли. Пока песок рыжий. Thank you.
наш танк примерно 3 килограмма. Промывку заканчиваем. Вода уже почти чистая. Да, просто.
на старте 815 литров в час. Вода питьевая у вас будет? Теперь грунт, который взымали, мы обратно спаем скважину. Пойдем по амбурам умываться. Пойдем. Чего? Как умываться? Пойдем по амбурам умываться. По амбур. Как надо умываться? Умыться надо, снять шапку. Давай тебе не утираемся. Нельзя. Спасибо. Привет. Да. Все, спасибо. Хорошо водиться. Мне тоже не быть ручки. Водица нет. Чистая, питьевая. Спасибо. Да, она, я пью. Ну, тоже хорошо. Ничего сонная.